Тверская область подала заявку на участие в проекте по ремонту мостов и путепроводов. Программа осуществляется в составе национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В Верхневолжье по нему в течение 6 лет отремонтируют свыше 1200 километров автодорог регионального значения и около 260 километров улично-дорожной сети Твери. На сегодняшний день в перечень объектов, подлежащих ремонту, включено 24 сооружения на региональных и межмуниципальных дорогах. В них входит 23 моста и один путепровод общей протяженностью 660 погонных метров. Объекты, расположенные в 16 районах области, планируется, что работы в рамках проекта «Мосты и путепроводы» начнутся уже в следующем году.